Здравствуйте, дамы и господа. Это канал Георг & Ко и игра под названием Sunless Sea Submariner. В прошлой серии мы погибли по-глупому, на самом деле. Просто нас недолют убил, всех перебил нашу команду. И оказывается, надо было не договариваться с недолютом, а просто стрелять по нему. Потому что если стрелять, ты хоть и даже там хоть и шанс неудачи побольше будет, чем при договоре, но в целом, даже если будет неудача, ты просто потеряешь 5 моряков. Да, много, но, по крайней мере, проиграть ты не проиграешь, если у тебя команда больше 5. Так что, ну, поняли, что с недолюдами лучше тайник этот какой-то, замок. Я не помню, что купить, но вы поняли. Кстати, магазинчики, что тут можно купить-то? Бочонок арестантского меда и бутыль грибного вина. Вот такой себе. Успокой фрукт. В небольших количествах восхитительный и освежающий. В больших количествах один из приятных способов умереть. Скрытый отсек. Кстати, вот. Вафт. Он вафт. У меня большое подозрение. Ну, поскольку тут перевода тут нету. Дек. Ху. Придется загружаться. Потому что я не понимаю, этот отсек куда идет. Бррр. Просто я не понимаю, афт это аксессуарити или что? Ну, опять-таки, я тут считаю... У меня тоже, кстати, было сомнение начать игру заново, например, после этой нашей смерти. Но я подумал, что мы так умирать сможем очень много. И вам неинтересно будет смотреть игру, которую мы будем проходить, ну, не знаю, целый год. Так это может быть вполне. И там будет 1000 серий. И это, согласитесь, как-то не дело. Поэтому давайте-ка будем загружаться все-таки, как бы это мне не хотелось и вам не хотелось. Ясно. Скрытый отсек, он не подходит, в общем. Сюда, поэтому давайте-ка загрузимся. И будем планировать, что же нам делать-то теперь. Со скрытым отсеком нам пока не поиграть. Значит, ну, ту тенденцию, которую я расположил, надо купить, ну, этот, машину и... И что еще? Кстати, очень дешево можем снимать ужас так. Может еще снять? Ну, 50 копеек, ладно. Исследовать печаль. Давайте-ка сберем информацию. Портовый отчет, печаль гайдера. Только там нету стратегической информации. Грустно. Так. Задача теперь. Ну, я помню, что нам надо было забрать из этого сердце хана. Сердце хана и, ну, алчный горизонт, это уж слишком, мне кажется. Поэтому давайте поплывем, и с этими глиняными слугами, мне кажется, лучше вообще не возиться, потому что если потеряем так много команды, то это просто невыгодно будет возить. Надо бы, конечно, попробовать с солеными львами, но там, похоже, что-то похожее может произойти. Правда, я не знаю что, но что-то может произойти. Так что давайте в сердце хана нырь и поплыли. И потом мы будем, знаете что... Что потом-то? Все усилия приложим для того, чтобы развиться и стать богатым. Я этого знаю, как это сделать. Ну, по крайней мере, мы что-нибудь приложим. Потому что для того, чтобы стать богатым, зрители, многого ума не надо. Надо поторговать в Кумском канале. Вот до этого я дошел, честно говоря. И как раз-таки после торговли в Кумском канале я и закончил свое прохождение. Потому что... Ну, я не знаю, как-то пока... Ну, на самом деле, иногда даже не сам не знаешь, почему бросил эту игру. То ли неинтересно стало, то ли еще что. Но нам надо поторговать в Кумском канале. Опасно. Я даже уже не помню, сколько там ресурсов надо брать. Но вроде возможно. Правда, там чем больше твой корабль, тем выгоднее торговать. Ну, что поделать, то поделать. Хан. Ски боевой тримаран. Пусть он не замечает нас, отлично. А то он будет плохо нам, честно. Совсем я даже скажу плохо. Он идет за нами, но не понимает, где мы находимся. Мы можем, кстати, его попробовать убить, но что-то мне показывает, что нам... Но тут тот же отсек, что и брали в прошлый раз. Ну и это как бы ничего нам не даст. И что еще надо сделать? Ну, страниц нам уже никак не развить, как нам сказал человек. Только в поместье, но там сложно. Нужно много артефактов. Поэтому давайте-ка на корабль все копить.
Не знаю, может когда-нибудь и все-таки смиримся с поражением, но пока я считаю это совершенно нерационально. Играть много раз в одну и ту же игру, ну это, мне кажется, сомнительное удовольствие. Ага. Плывем. Свет выключим для экономии топлива. Волны несут с собой морской мусор, что покачивается словно волосы утопленника. Кстати, не так много времени потеряли. Обратите внимание, не так худо, как могло быть. Наследственные кладыри. Кстати, я могу сейчас читать плохо, потому что я мало спал. Это надо понимать. Груз веселого человека. Отлично. Что вам надо? Прибежище? Что-то непонятно. Портовый отчет собирать не будем. Данные разведывательные. Удовлетворить потребности шпионов. Коллекционер. Ну нет. Извините меня. Что нужно вашим шпионам? Дипломат. Отлично. Получили два хода большой игры, и наша шпионская сеть развивается. Великолепно. Что нужно вашим шпионам? Арестантский мед. Ура. Мастерская паутина. Ну, молодцы мы, конечно, что носим этот мед с собой. Я уж думал его часть продать, но... Передумал что-то. Давайте-ка теперь наберем этих отчетов чудесных и воспользуемся ими. Кстати, с кошмаром, видите, шутки плохи. Только если немного ужаса, надо бороться с кошмаром. Лучше, наверное, убегать от кошмара. Но это я уже говорил, это напоминать вам, наверное, не стоит. Я вот не понимаю, когда эта лампа появляется? Она случайно появляется по времени? Или же она появляется, ну, допустим, через минуту путешествия? А вот давайте-ка попробуем. Нет, ну, засекать я не буду, потому что у меня нет тут хронометра никакого. Я могу вот только просто носиться вот тут и все. Ну, вы поняли. Ой, свет, свет, свет. Включите свет. Что-то страшно мне стало. Мы развиваем интернет. Тун-тун-тун-тун-тун. Конечно, не совсем каждому интересна эта информация, но... О! Значит, можно плавать вокруг одного и того же места и получать ресурс. Хорошо. Нам легче же. Разведданные. Донесение прибывает на маленьком кусочке рыбной чешуи, привязанной к внутренней поверхности медного кольца. Шифр рассказывает о передвижении флота и борьбе за власть. Лондон захочет об этом узнать, но ваши агенты привлекли внимание. Что еще надо? Что нужно вашим шпионам? Арестантский мед. Молодцы. Не зря мы этот мед хранили. Ну, поплаваем снова. Теперь мы можем уже два раза это провернуть, такую тактику. Фактически мы уже заработали... Ну, 100% 100 монет, как минимум. Еще 200 от этого торговца. Но видите, мы развиваемся. Надо просто знать, где что делать, и, собственно, станешь богатым. Кстати, недавно читал статью. Это, конечно, уменьшит, я не знаю, как назвать это. Атмосферность игры, но все же. Свет. А, ну, писатель, который написал Ведьмака, подал в суд на компанию CD Projekt. Ну, это компания, которая создала игры по Ведьмаку. Он раньше заключил договор с ней, что она просто даст ему $9,500. Ну, не маленькая сумма, особенно учитывая тот факт, что на момент, когда он тогда жил и работал, зарплата была в Польше $270. Но теперь он понял, что мог получать миллионы, если бы согласился на процент от продаж копий игры. И теперь подал в суд. Противостоять кошмару. Убежать от кошмара. Получили 12 ужас. Притягательность глаза магнита гравитационно, убедительно. Вы впадаете в сон. Я знаю про тебя, я знаю про тебя. Но пробуждение спасает тебя на время. Ого, видите, видите? Повернуть руль и лететь прочь по светло-молочному морю. Это снизит вашу силу кошмару, если она достигнет нуля, кошмар исчезнет полностью. Наличие спокойных ночей понизит сложность. Разведданные собираем. Жизненно важная информация уже две, но тут мы, конечно, развиваемся смертельно. Скоростью.
Это, по-моему, кошмар забрал у нас свечу, ну вы поняли. Придется снова плыть. Это опасно уже. Но в целом мы в крайнем случае сможем подлечиться в ханстве. За огромные деньги, конечно, но что поделать. Ну, видите, вот такие вот случаи происходят. Противостоять кошмару лучше не противостоять. Не знаю, что нам сердца, не сердца. Вообще тут под вопросом что-то. Быстрее поворачиваем, быстрее плывем. Скоро получим эту корону. Кстати, вопрос, если мы будем просто стоять на одном месте. Не, ну, просто ждя время, оно как-то повлияет на это или нет? Ну, теоретически лучше вообще не плавать так. Потому что это не экономно. Вот, например, сейчас встали. И просто стоим. О, да, так это работает, отлично. Залезли. Собрать разведданные. 3 жизненно важных информации. И еще память о дальних берегах получаем. Портовый отчет. Ой, кстати, не надо было перегруппировать торговую сеть. Нет, это все хорошо. Значит, мы будем развиваться. Жалко, я не прочитал. Оказывается, мы можем вообще тут... Ой, прям не... мне уже жалко, на самом деле. Давайте-ка сохраним игру. Мне уже жалко это ханство. Ну, что поделать. Ресурс нам нужен. Я не знаю, насколько это честно, но будем пользоваться. На самом деле, наверное, правильнее было бы сделать в игре, что ты, допустим, я не знаю, вот так ханство прозарял, а потом оно разваливается в конечном счете, если передать слишком много жизненно важной информации. Но оно, в принципе, наверное, так и будет. Это машина расцвета, которую мы должны разузнать о ней все до того, как она, собственно, разобьется. Но с другой стороны, чтобы рационально о ней узнать, нужно много денег, нужно корабль, нужен двигатель. И вот и все, собственно, да. Такое вот противоречие. То есть, получается, машина расцвета. Не знаю, что это за машина расцвета. Надеюсь, она служит на благо британской короны. Я надеюсь, что в Лондоне демократия, но что-то у меня есть в этом определенные сомнения. Понимаю, совсем это, конечно, неинтересно, но хотя бы я показал вам стратегию быстрого розыгрыша денег. Давайте просто вообще, я не... А, да, я вообще можно на клавиатуру не нажать, просто ждать. Побродить по сердцу хана. Не надо бродить по сердцу хана. Собрать разведданные. Но ваши агенты привлекли внимание, отлично. Ну, отлично, это, конечно, не совсем правильно так делать. Дипломата нет. Ну, дипломат это еще возможно, кстати. Может, попробуем последний раз собрать разведданные, и все уж тогда. Я думаю, это правильно будет, наверное. Последний раз, а потом уж поплывем в Лондон и заработаем тучу денег. Эти деньги нам нужны, как мне кажется. Не правда ли? А доставка грузов это такое себе. Шпионаж это вообще золотое дно. Никогда не думал, что он настолько золотое. Надо просто меда этого накопить побольше. Да вообще можно фармить, на самом деле, вот на этих шпионах, честно говоря. Не знаю, ну, в целом это же не баг игры, ничто это тут не запрещает нам это делать. Вряд ли. Ну, ну да. Главное другое, что со шпионами-то этими. Ну, посмотрим, посмотрим. Если машина рассвета какая-то... которая постоянно говорит «Солнце, солнце, солнце, солнце». Действительно адское, то... это будет даже не фарм, а просто... Нет ничего. Нету ничего. Ждем пока. Ждем. Время идет, я так понимаю. Голы 4. Уходит топливо. Хм. Интересно. Что-то не появляется эта лампа. Как ее назвали? Покрутимся, смотрите-ка. Мы можем крутиться, не тратя топливо. Эконом-класс. Как-никак. Что-то я не понимаю.
И тут же она за нашей спиной появится, эта лампа. Поэтому давайте-ка ее не будем злить и вернемся в порт. Как можно скорее. Как бы это ужас не был. Честно. О, видите, видите. Отлично. Последняя информация. Пытаемся ее украсть. Отлично. Еще одна жизненно важная информация. Профессиональный перевес. Теперь можно, я не знаю. Портовый отчет. Не надо. В чайном дворе. Чайный дом. Мягко говоря, озорные. Сохраняемся. 0.12. Проведем время. Ну, озорные цены. Ничего не скажешь. Уплываем отсюда. Все, потому что мне, знаете, казалось бы, ну, опять-таки, я тут буду говорить постоянно одно и то же. Что это честно, нечестно. Ну, трудно сказать, на этот вопрос ответить вообще. Посмотрим, как оно получится там. В порт этот можешь заплыть, а? В печаль Гайдера. Для снятия. А тут, если ужас нагрянет, то будет грустно, на самом деле. Соленые львы, ну ладно, поплыли в Лондон тогда. Поплыли-ка мы в Лондон, сдадим все эти отчеты и приведем этот мир в великой катастрофе. Какой-то мы вообще самонадеянный человек, не правда ли? Убежать от кошмара. Противостоять не надо. Отлично. Тревожные теперь мы. Это хорошо. Только теперь можем сойти с ума за секунду. Поэтому давайте-ка в печаль приплывем. От греха подальше, не правда ли? Конечно, мы можем, вообще говоря, рискнуть и приплыть к Лондону, а при необходимости сохраниться, загрузиться. Но это было, во-первых, нечестно, а во-вторых, неинтересно. Поэтому давайте-ка будем все-таки пытаться отыгрывать как-никак роль. Какую-никакую. И исходить из того, что мы будем как бы... Ну, кое-как... Ну, смотрите, будем бороться за жизнь свою. То есть мы будем не пытаться найти идеальный вариант, как пройти игру. Постоянно сохраняясь и загружаясь. Нет. Мы будем только загружаться, если нас убьют. Чтобы много раз не перепроходить игру. Вот. Наш такой вот план на будущее. Пароходы. Пиратский. Он нас не замечает. Слепые люди. Ну и хорошо нам на этом тогда, да. Плывем и плывем, ужас не нарастает. Убегаем от кошмара постепенно, видите? Я даже... Ну смотрите. Мы же честные люди. И поэтому купим, ну не знаю, 3 или 2. Наверное, 3 даже лучше. Так было правильнее. Все равно сможем противостоять кошмару в любом случае. Хотя там с этим кошмаром... Ради одного секрета, если так подумать. Бороться... Ради одного секрета бороться, ну, такое себе. Плюс 12, 8, 90. Ну, в целом мы успеем, наверное. Ну, ладно. Я надеюсь, груз-то мы собрали. Процветание. 17. Интересно. Что это значит 17? Разорили ханство. Вообще, а? Хитрецы настоящие мы. Ну а как вы думали? Кстати, задержки всегда будут с чтением серии, потому что, ну, мало смотрят людей Sunless Sea, поэтому можно выпускать только по одной серии в день по Sunless Sea. И, соответственно, как-никак придется вот действовать так вот. Придется смириться несколько с тяжелой ситуацией. Уплываем, уплываем, уплываем. Разбитый пиратский паровой катер. Он потерял нас, отлично. Лучше подальше отплыть и включить свет. Вот видите, не зря мы это применили. Удовольствие такое вот. Потому что ужас получили. Пастушьи острова, можно составить портовый отчет, чтобы получить одно топливо. Нельзя сказать, что это уж прям-таки выгодно, но хуже не будет. Возьмем дипломат, несомненно. Возьмем также, что еще? Посмотрим.
Возьмем также, конечно же, задание, может быть, от вора, а может, не возьмем. 200 монет такое себе, на самом деле. Можно и потерпеть, кстати, можно и не брать задание, а покопить денег, как мне кажется. Пикник не надо. Истории, трех могилах, ферме. Морская история. Не прочитал, ладно, бывает. Портовые поставщики. Поплыли обратно в Лондон. Великое место в Средиземноморье. Однажды я называю папку, ну, битва за Средиземье. Ну, вы поняли. Про хоббитов. Назвал ее битва за Средиземноморье. Я прям так смеялся потом. Подозрительный улов. Кому он нужен-то? Ее отец? Да, мы, кстати, не поговорили с ней об ее отце. Значит, надо убивать монстра. Так, выходим носом на кораблю. Она не бы попала. Нет, попала. Ранили. История интересна. Что же будет в ней? Зачерпнуть ее. Подозрительный лов. И тут же говорим с наследницей. Это мы уже читали. Не будем читать. Знаем о происхождении. Нужна теперь живая особь. Ну, не получится. Скажем просто. Не получится. И боюсь, что очень не скоро получится, потому что где эту живую особь купить, я не представляю просто. Кстати, касательно вот как раз-таки сдачи отчетов этих, ну, жизненно важной информации. Как я понял, машина расцвета за один приход в Лондон может увеличиться только на один. Ну и величание Лондона тоже только на один. Ну не знаю, насколько это правда, которую я вычислил. Насколько это рационально вообще. О, мы ж без... Видите, что? Одно топливо, одна еда, ничего страшного. Всю еду мы закупим в Лондоне. По низким выгодным ценам лондонским. И поплывем в Кумский канал зарабатывать деньги. Потому что, извините меня, бедным быть невыгодно. В этой игре. И, конечно, я постараюсь взять двигатель, самый лучший, который можем купить. Сказали мне, есть какой-то еще двигатель. Но он такой... С вами рассчитались, вздох облегчения, силы кошмара, напуганным стали. Капитана Порта. Выбора нет, только соглашаться. Сердце хана, опять. Ну ладно, как хотите, так и получится. Сохраним игру от греха подальше. Хотя, если машина рассвета что-то там сделает это, то делать нам нечего все равно. Взять агента. Оба, скорее всего, временные, но этого вам достаточно. Машина расцвет вообще не изменилась. Получили 500 монет. Существенный и жгучий. Дипломат не делает никаких заметок. Видите, оно... Нет, оно со случайной вероятностью. Видите, жгучее. Машина расцвета не изменилась. 500 монет, еще 500 монет, еще 500 монет. Заработали то, что заслужили. Большой игры ход. Можно дать один ход, хуже не будет. Адмирал в черных очках. Информацию надо хранить. А за сколько ее купит, кстати, этот адмирал, интересно? Я не помню даже, за сколько он ее купил-то. Лондон существенный. Восстанавливающийся, возрождающийся, многообещающий, значительный, существенный. Вот, видите, еще одна сдача и будет что-то страшное. Или очень хорошее. Ненасытным дипломатом. Портовые отчеты. Печаль. Есть что рассказать про флот в пиратском порту. Гора Палмерсон. Северные дали.
Представим как факт. Не получилось. Остров грызунов. Вполне ли вы уверены, что этот отчет именно тот, который вы хотите сделать? Пусть будет так. Морозная крепость. Говорит, красивая вещь. Кодекс. Стратегическая информация. Спасибо, она мне пригодится. Ты же будешь больше рад от того, что я... Отдохнуть. Купить элегантный особняк. Подождем. Отдохнем давайте-ка в комнате. Спокойной ночи. А две можно спокойной ночи получить? Сейчас посмотрю. Судно. По-моему, спокойно. Нет, одна только может быть. Это укрепит вас, когда вы будете бороться против кошмаров. Вы познали сон сладкий и без сновидений. Арестантский мед пока нам не... Нет, нельзя возвращаться. Нам же этот пират сказал. Вот пират, а. Но хотя это он дал нам 1000 копеек, так что мы еще не настолько богаты. Как хотелось бы. Ну давайте-ка купим принуждение из кузницы. Почему бы? Нет. М? Рев зверя из двигателя. Да, этого я и хотел. Кстати, он говорил, мне еще говорили... Нет, это оружие. Фу. Он говорил серпентин. Эффективность топлива и мощность двигателя. Но я не знаю, где его купить. Или он у нас уже стоит. Старый паровой. Не понимаю. Серпентин. Сердца, покровы и т.д. Я не знаю, где его купить, так что я даже его и не смогу использовать. Давайте-ка купим... Нет, это, конечно, не надо нам. А вот купим мы принуждение. Рев зверя. Выгодное приобретение. Хотя, может, торговый крейсер. Ну, я даже не знаю. Вообще говоря, он нам пригодится, но не знаю. Хул Капасти. Лучше пока без него остаться, знаете. Вот, кстати, корвет класса Форки тоже бы неплохо иметь. Он, видите, какой произведительный. А, кстати, они эквиваленты, только там есть бридж. Нет. Афт, афт, дек, форвард. А тут нет форварда. Ну и все, собственно. Остальное все есть. Тут зато есть афт. Можно хранить-то, наконец-то. Ну, этот фрегат. И смотрите, морские твари могут сокрушить любое судно. Когда-либо построенное судно класса Эсхатолог было разработано, чтобы стать исключением. Беспокойный студент, память о дальних берегах. Слишком красиво. Не знаю, что это нам антиквар дает. И торговец-авантюрист, морские истории оставим. Останки оставим, эолиты. Такое себе. Диковинные артефакты пригодятся. Чрезвычайные результаты. Но надо выполнять задание этого хитреца. Замок Цариеда. В любом случае, что мы делаем? Мы покупаем ресурсы. Припасы прям по-большому. Тут же купаем много. Много. Неплохо. Еще посмотрим в Лондон. Что еще там может быть полезного? Пополнить команду, новый рекрут. Интересно. Нанять матросов. Неплохо. Никаких рекрутов пока нет. Кошка и судовой врач. Мы с ним, кстати, не говорили. Сердца. Но отобедать с вами нужно опять-таки мутор-соль. По-моему, я купить эту мутор-соль не могу. Закрываемое помещение. А его можно, кстати, было копить тут. А! Это нам надо не скрытие контрабанды было, а закрываемое помещение. Ну, все равно это никак не повлияет. На нас. Кстати, я видел кое-какую вещь тут хорошую. Торпедные, кстати, есть пушки. Афт. Кстати, видите, дешевые пушки. Мутор-соль. Ну да. Где купить, непонятно. Бочонок арестантского меда. Рулон. Ящик человеческих душ. Только не знаю, куда они нужны и кому. Кому-то они нужны были, но я не помню кому. Сказали, что дешевле их не купить. Ну, грибное вино. Продадим одно. Прям стихами говорю я.
Отправимся мы куда? Ну, придется этого... Может, отказаться от этого пирата? Но может, оно чем-то закончится вот с этим... Злодеем. В соленых степях. Ну, можно, можно. Лондон величественный. Я все колеблюсь между тем... Сообщать ему или не сообщать секретную информацию, которую мы храним. Просто там такое дело. Вдруг что-то произойдет. Ну, я не думаю, что мы сможем узнать про машину рассвета. Что-то уж прям такое сверхважное. Без выполнения этого задания. Поэтому давайте-ка будем сдавать информацию дипломату, как и хотели. Мы должны разбогатеть. Это наша главная задача. Высшая цель. Хотя почему? Можем попробовать сдать этому капитану в темных очках. Хуже тоже. Интересно, согласитесь. Не правда ли? И все за полчаса мы очень сильно даже разбогатели, не правда ли? Скала аббатства. Ну, можно отчет взять. Топливо получим бесплатно. Сэкономим 10 копеек. Оно того стоит, не стоит. Ну, в таком случае оно на самом деле вообще лучше не читать тогда, что написано. Потому что ради 10 копеек читать, что уже было написано. Последние новости. Потеряли ужас. Мускулистая настоятельница лейтенанта Батисы подходит к двери, чтобы послушать. Она кивает и делает заметки. Она удивляет особое внимание новостям о болотных хищниках и о передвижениях по крышам. Со своей стороны она передает довольно поверхностное благословение, но благословение успокаивает твою команду. Ну, не особо. Никто ничего не дает. Портовый отчет. Торговые припасами они дадут справедливую цену за припасы. Обратите внимание, справедливую не значит хорошую цену. 20 тех, если быть точным. Охотничий трофей, он, по-моему, нужен нам для чего-то. Позволит сохранить ужас. Нет, спасибо. Охотничий трофей кому нужен-то? Был. Этому не нужен. Змеиная ловушка. Но где ее купить-то? Не тут. Но лучше хранить эту особь на самом деле. Офицеры. Может, с этим надо дать. Жгучие загадки. Где взять под вопросом? Песня соли. А тут... Тут тоже нет. Ну, в любом случае, не стоит это тратить. И вот ради 10 копеек, фактически. Хотя, ладно, ради посещения острова. Вот ради чего мы это все сделали. Сердце хана. Кстати, да, вот что я хотел сказать. Стоит ли вообще 25 ужаса ради одного секрета? Оно того разве стоит? Уж просто убегать от кошмара? Ну, оно просто, по-моему, мало что дает. Ну да, секрет есть. Ну да, хотя достаточно долго исследовать, но в целом... Настолько же ли оно это нам важно? Я вот что-то в этом сомневаюсь. Медленно плывем, но это ради великого будущего. Ради торговли в Кумском канале. Будем считать, что это нам сообщили... Торговцы. Ну, какие-то люди добрые, которые сказали, а вот ты знаешь... Что вот можно было бы в Кумском... Кстати, станция 3, можно заглянуть сюда, хуже не будет опять-таки. Артиллериста бы нам, ну, не знаю, где его взять. Вот как раз-таки новости применим сюда. Неплохо, я думаю, будет. Подергать ворота, исследовать следы других посетителей. Кто был до нас? На одном из дальних причалов лежит сломанный ящик. Никто его... Еще не растащил обломки. Никто еще не растащил обломки. На оборванном ярлыке читается «Успокой» и «Пло». Изогнутые осколки аптечных бутылок, необычный овал серебристого металла размером с маленькую кровь. Что-что? Дверь откроется, если вы повернетесь с определенной посылкой. Ну, у меня нету длинного ящика «Успокой» плотник. Хотя где-то его можно было купить. Наверное. Я не уверен. Но в любом случае поплыли дальше. Ну, попробуем стратегическую информацию выудить. Это лишние 500 монет, как-никак. Поэтому давайте-ка
развиваться согласно великому плану. Согласно великому плану пошло развитие. Фогбэнк. Канониры напряженно приглядываются. Разбитый пиратский фрегат. Уплываем. Отсюда. И включаем свет. Покормили команду. Нас уже никто не догонит на полной скорости. А если двигатель будет быстрый, нас смогут догнать или нет? Вот мне интересно. Может, они тоже не смогут ничего сделать. Это будет тогда хорошо. Интересно. Я думаю, всем нам. Ради 200 копеек. Да еще и нас могут арестовать на проверке очень легко. Тогда мы просто разоримся. Ну, ради, конечно, этого пирата останемся. Ой, как не хочу с этим пиратом пока сотрудничать, честно. Не знаю, что мне делать. Отказываться? Ну, вдруг мы важный квест тогда пропустим. Будет обидно. Хотя, настолько ли он важен, если он нам не интересен? Ну, может, он вам будет интересен. Хотя, я сомневаюсь. Нам же сказали куда-то приплыть. Проще будет. И отношения ни с кем, кстати, не меняются от этого. Просто стоят на месте. Топливо и страницы. Зеленое стекло и базальт. Соль и тишина. Торговый крейсер. Бессонные ночи. Лучше не расспрашивать, игнорировать их. Потеряли ужас, вот и славно. Там дают слишком мало страниц. А ужаса, наоборот, слишком много дают. Это бесполезно, я считаю. По крайней мере, в нашей ситуации, когда мы должны вернуться. Может быть опасно. Свет выключаем, экономия энергии. Хотя, опять-таки, вряд ли мы такими способами сэкономим больше 30 копеек. Может просто на полных фонарях плыть, а? Конечно, это смешно представить. Представьте, фонарь. Капитан говорит, так, включаем фонари, а теперь выключаем. Экономим свет. Моряки пугаются, выглядываются в черноту, а потом капитан говорит, ах вы какие пугливые людишки. Вот, я же покажу, включу вам свет, посмотрели, там ничего нет. А теперь выключаем снова, потому что надо свет все-таки экономить. Это будет просто смешно, на самом деле. Портовый отчет. Потребности шпионов, дипломат. Шепот в тенях. Угрозы увеличились. Сердце хана. Передвижение может быть ограниченным. Коллекционер. Нет. Что же надо им на самом деле? Наживка. Жизненно ваша информация. Коварство ваше. Давайте-ка ваше коварство. Покровы успешно решили задачу. Ход большой игры. Если вы когда-нибудь захотите оставить морскую жизнь, то здесь вы найдете свою нишу. Молодцы. Что еще надо? Деньги. Мечта о солнце. Вид поверхности 7. 300 монет, оно того не стоит. Мы знаем это уже. Точно. Вид поверхности, ну я примерно знаю, тоже в том канале можно получить, но... Оно того стоит? Большое сомнение есть в этом. Может тут поисследовать часовню огней, что получить? Да ладно, оставим. Веселый Роджер. Пусть порадуется за нас. Нам чуть-чуть не хватит для торгового корабля, на самом деле. И все тут. Печаль Гайдера. Зато, с другой стороны, я даже не знаю. Ну, машина расцвета. Может, она, наоборот, не злая. Может, она добрая. Я же этого тоже сам не знаю. Я же никогда ее не развивал. Может быть, наоборот, это хорошая машина, которая осветит все море. Хотя, насколько я знаю, жители не особо любят свет. Но раз развивается Лондон... А может, наоборот-таки. Лондон развивается, но и враги его развиваются в виде этой машины расцвета. Интересно. Солнце, солнце, солнце. Интересно, на самом деле, что это такое происходит? Гладкая поверхность, кстати, можно будет уже попротивостоять. Хотя, не знаю, стоит того, не стоит. В любом случае, плывем в печаль.
сталагмиты. Интересно. Плывун мы какой-то вообще. Но отражение и покровы вещь хорошая, на самом деле. Ну, как раз-таки покровы это вещь для нас. Вы это, я думаю, понимаете сами. Как раз-таки для шпионов нужны покровы. Хотя не совсем нужны, я бы так сказал. Потому что, если подумать, то там в целом только... Хотя коварство личное тогда не сможем проявлять. Будем дольше развиваться. Я думаю, даже значительно дольше. Ну, ладно. Страница тоже интересная вещь. Фрагменты в секреты. Печаль. Отчаянном капитане. Сбор информации. Портовый отчет, неосторожность. Ну, можем покупать и продавать, но, по-моему, это около нуля будет прибыль это. Они проштампованы ящик выдающихся человеческих душ. И просто человеческих душ. Исключительных человеческих душ. Интересно, как они определяют, душа исключительная или не очень. Интересно, исследуем. Загадки для детей. Может, ради стама? Нет, нет, экономно ходим. Да и мы ничего не разгадаем так с этими загадками для детей. Мы не можем разгадать даже простую загадку. Ну, не совсем уж детскую, не для младенцев, но для ребенка. Шанс там 10%. У умеренной загадки, а у сложной вообще там 5%. Хорошо, что не 2. Свет зачем выключил? Не надо выключать свет. Не экономим мы топливо все-таки. Но не будем мы таким жадным капитаном, который пугает свою команду, а потом успокаивает. Лучше не допускать болезни, чем ее лечить потом. А, ладно, все, пиратов убиваем. Ну что, пиратики, приплыли вы? Приплыли пираты, все. Все, врезались пираты. Поздравляем пиратов. С этим. Приплыли пираты. Пираты доплавались. На свету, видите, быстрее намного заполняется полоска. Я бы даже сказал, очень незначительно. Что ж там будет? Ну, вряд ли что-то уж очень ценное, но посмотрим. Скудная добыча. Рулон ткани. Рулон паучьего шелка. Разумеется, паучий шелк вы можете найти в Лондоне, даже несмотря на нашествие скорбных пауков по всему подземью. Но по-настоящему качественный шелк вы можете обнаружить только на востоке, в ханстве, или на ощетинившейся от рогах скал спасителя. Или на ощетинившейся от рогах Скал Спаситель, ощетинившийся. Что-то я не понимаю тут. Какое-то не складывается. Что-то тут. Плывем в падший Лондон. Можем, кстати... Ну, в Пастушьи острова там ничего не найдешь, но... И хуже не должно быть, как-никак. Поэтому туда мы и поплывем. Неплохо, на самом деле. Мы действуем, я считаю. Приплывем в Лондон, закончим серию, начнем новую, и вы напишите комментарий с огромной задержкой. Даже не знаю, что лучше. Медитативно наблюдать за тем, как плывет корабль, или же просто читать тексты. И то, и другое нелегко. В одном месте скука, в другом месте постоянно тяжело читать долго. Моряки не пугаются, хорошо. Угу. Пикник. О камнях. Неоднозначный алит дали. Отчет портовый. Поплыли. Кстати, морские истории мы могли тут получать и не раскачивать отражение. Ну ладно. Как многие умения эквивалентны. И это я даже все-таки скажу даже хорошо. Потому что одно наносит урон от атак, другое скорость от атак.
И то, и другое в целом, ну, нельзя сказать, что вредно или не вредно, но полезно. Вот эту медузу лучше оплыть. Ой. А, уплывает, все. Теперь не страшно. Главное, чтоб ужас не нарос слишком сильно. Смотрите, вокруг нее свет она излучает. Магическое, а вы что думали? Тут много чего магического. Медуза цветы. У нас уже она пропустила эту медузу. И догнать нас не сможет, как бы не хотела этого. Воды. Охотничья обитель, Бараний остров. А может, давайте-ка зайдем на Бараний остров? Хотя можно, конечно, тут залезть на этот остров и зачитаться, ну. Или потом этот Бараний остров. Да ладно, потом давайте. Нет, давайте-ка сейчас. Мы же его неспроста, вдруг может еще эта лампа не появится. Хотя она появится в любом случае. Просто надоели это задание от этого пирата проклятого. Я понимаю, конечно, все хорошо, но... В меру все хорошо. И особенно вовремя. Иногда нужно простое задание. Корабль. Ой, ну наносит вроде. Знаешь, почти попал в него. Жаль, получили лишний урон. На продукты, ну, препарировать. Вот тут побольше хотя бы будет даваться ресурсов, чем гнева-то не было еще. Смех доносится с палубы. Ой. Ударились. Придется чиниться за Адмиралтейство. Потому что мы перед Адмиралтейством в долгу. Что-то странное в воздухе сегодня. Беспокойный ветер. Наверное, ничего необычного. Что изменилось на Бараньем острове? Когда-то эта простая рыбацкая деревня была частью пригородов Лондона. До того, как Лондон пал, и воды обрушились. Спирали дыма из труб хижин. Одинокий холм поднимается за городом. Выпить? Исследовать берег. Давайте-ка лучше исследуем берег. Вы оборачиваетесь и видите длинного, тощего мужчину с коричневой кожей. Послушайте, говорит он, у меня есть история для вас. Я... Что-то в этом седобородом человеке привлекает ваше внимание. Уйти не оглядываясь. Если будете долго смотреть в его глаза, вы пропали. Резко изменить ситуацию. Нет, это у меня есть история для вас. Давайте-ка ему расскажем историю. Он пережил ужасы и удивления, но и вы тоже. И ваш рассказ настолько свежее, вы перебиваете друг друга историями, пока наконец он не уступает. Вот, говорит он. Вот где это началось. С астронома и его таблицами. Он шепчет вам в ухо. Хорошо. Интересный человек. Купить припасы, но это дорого, невыгодно. Болтаем с моряками. Портовый отчет. Два румяных рыбака рады приветствовать вас. Ничего не могу придумать, капитан. У нас тут хороший улов. Вы дарите им еще монетку. Другой рыбак трясет своей головой. Это правда, капитан, ничего нового. Первый кипает. Можете сказать адмиралтейству, насколько тут в порядке. Их глаза сияют ярче с их улыбками. Выпьем в этом петухе и сороке. Жизнь в подземье... Деревьев подземья чахлые и жалкие. Выскрывая жизнь из парасинтезиса. Но яблоки Бараньего острова терпкие и мощные. Идеально подходят для сидра. Сидр этот напиток намного сильнее, чем кажется. Вы растянулись в кресле, смотрите через освинцованные окна на ваш безопасный пришвартованный корабль и обнаружите себя присвистывающим. Хозяин дарит вам дружескую улыбку и идет топить что-то. Странствующий священник. Ну, до свидания тогда. Лампу сняли, но это ненадолго. Долговатая серия. Надо бы переходить все-таки на серии не больше 50 минут, как мне кажется. Ну,
Как получилось, так и получилось. Надеюсь, корить меня за это не будете. А раньше, помните, серии были по 25 минут. Сейчас, видите, серии уже стандарт где-то 35 минут. Обычная, а эта игра стандарт 50 минут. Я такой выработал. Рады ли вы этому или не очень? А? Ой-ой-ой, то... Будет обидно, если в последних секундах вор все-таки придет. Просто и отказывать ему жалко. Но и выполнять задание не хочется. Ну тут уж свет можно экономить. Поэкономить. Тут бояться нечего. А давайте-ка ускоримся тогда. Ну да, это я зря. Сдайте груз. Топливо, припасы с вами рассчитались, проверить почту. Отлично, вор как раз таки нас не стал беспокоить, поэтому давайте... Лондон. Кутить не будем. Дорого... Хотя я не знаю, насколько это имеет смысл. Новый рекрут. Добрый фокусник. Добрый день, сэр. Возможно, я смогу улучшить ваши двигатели. Нет, ха-ха, я просто инженер. Трудно поверить, не так ли? Но вот мои рекомендации. Ваше жилище, утренняя газета. Получили припасы, кстати. Непонятно за что. Собственно, и все. Всем зрителям спасибо за просмотр. Оценивайте видео, оставляйте свои комментарии. Что-то за шкатулка. Но я не знаю, откуда ее взять и стоит ли ее вообще продавать. Не будет ли это вредом для нас? Ладно. Рулон паучьего шелка. До свидания, в общем. И, пожалуйста, обязательно поставьте лайк, чтобы выходило больше серий по игре Sunless Sea Submariner, а также подпишитесь на канал и поставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, чтобы все уведомления проходили именно вам, а не кому-то еще.